открывает наш топ-7 самая красивая супружеская пара – Виктория Исакова и Юрий Мороз. Их разница в возрасте составляет 20 лет, и столько же супруги счастливы в браке. Несмотря на то, что Вика является ровесницей падчерицы, а дочь Варвара – младше внучки. Светлана Иванова и Джаник Файзиев. Разница в возрасте 25 лет. Кинорежиссер ушел из семьи ради любовницы, оставив и жену, и двоих детей. Хотя эти отношения на стороне у него были далеко не первыми. Актриса Ольга Красько даже родила от него дочь, но не решилась строить отношения на чужом несчастье. Ольга Погодина и Алексей Пиманов. Разница в возрасте 15 лет. Увела из семьи, так можно сказать и об актрисе-разлучнице Ольге Погодиной. Супруги женаты вот уже 10 лет, но, видимо, в силу возраста общих детей они уже завести не успеют. Ольге уже 45, а Алексею Пиманову так и вовсе 60 лет. Лянка Грыу и Михаил Вайнберг. Разница в возрасте 13 лет. Влюбленные поженились, когда узнали, что станут родителями, а через 7 месяцев после свадьбы на свет появился их единственный сын Максим, которому диагностировали аутизм. Супруги до недавнего времени жили и работали в США, но в этом году стало известно об их разводе. Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Разница в возрасте 21 год. Федора Сергеевича, продолжателя знаменитой династии кинорежиссеров, не остановил почти 30-летний брак со Светланой Бондарчук. Ни двое общих детей. Он ушел к любовнице, которая год назад родила ему сына Ивана. А как вы считаете, эти браки по любви или по расчету?